Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. В данном видео я познакомлю вас со статьей под названием «Продажи Mavic Global превысили 100 миллионов долларов менее чем за год». Эта статья опубликована на известном ресурсе businessforhome.org. Итак, давайте ознакомимся с содержанием статьи. Заглавие. Глобальные продажи Mavic Global превысили 100 миллионов долларов менее чем за год. Согласно пресс-релизу компании, Mavic Global – это платформа, предоставляющая продукты и услуги в сфере Web3. Примечание для тех, кто не слышал такое выражение Web3. Web3 – это концепция нового, третьего поколения интернета, децентрализованного и работающего на блокчейне и экономике токенов. Менее чем за 12 месяцев Mavic Global привлекла более 250 тысяч человек из 120 стран, обеспечив продажи на сумму свыше 100 миллионов долларов. За первый год работы Mavic Global преодолела отметку в 100 миллионов долларов, став второй самой быстрорастущей партнерской компанией по оборотам. Этот впечатляющий результат был достигнут в результате сотрудничества с блокчейном первого уровня Ultron, в результате чего их общая стоимость достигла полумиллиарда долларов. Под грамотным руководством генерального директора Михала Проженицы компания Mavic открыла более 20 партнерских офисов, включая престижный офис в Дубае с впечатляющим видом на город, который служит постоянным напоминанием о потенциале компании. Mavic является первой в мире платформой партнерского маркетинга, которая сотрудничает с блокчейном первого уровня и стремится занять ведущую позицию в индустрии партнерского маркетинга. Всего за 12 месяцев глобальное сообщество Mavic создало оборот почти полмиллиарда долларов общей стоимости для Ultron. Это впечатляющее достижение выводит их в десятку лучших блокчейнов по суммарной стоимости блокчейна, что является невиданным ранее революционным достижением. По данным аналитического сайта DeFi Llama, Ultron занимает 8-ю позицию среди блокчейнов, имеющих свойства стейкинга, что, можно сказать, впечатляющий результат для молодой криптовалюты, которой является Ultron, запущенный всего лишь год назад. И, как статья гласит дальше, Ultron Foundation входит в десятку лучших блокчейнов по показателю TVL. Примечание. TVL или Total Value Locked – это показатель, который измеряет сумму всех активов, заблокированных в протоколах DeFi на блокчейне. То есть, вот, как мы уже сказали, Ultron на данный момент занимает уже 8-е место. Такое партнерство аналогично сотрудничеству Mavic с Microsoft, Apple, Samsung или Google 20 лет назад. Сейчас стоимость этих компаний составляет триллионы долларов, а те, кому посчастливилось присоединиться к данным проектам в самом начале, продолжают пожинать плоды. Такое сотрудничество позволило создать целые состояния, и это наследие сохранится на десятилетия вперед. Михал настроен оптимистично, но предупреждает. Те, кто не держится за старое, а способен воспользоваться новыми открывающимися возможностями, ждет впечатляющее будущее. Только 4% мирового населения владеют какой-либо криптовалютой, и многие не владеют достаточным количеством крипты, чтобы это повлияло на их ситуацию. Наш долг – распространить эти возможности на миллиарды людей, которые в настоящее время остаются за бортом. Несмотря на то, что криптовалюта существует порядка 14 лет, в общем-то, относительно немного людей пользуются ей, и как раз компания Mavic Global поставила перед собой амбициозную задачу именно донести идею криптовалют до масс, чтобы миллиарды, сначала миллионы, а потом миллиарды людей смогли освоить и пользоваться этими возможностями. Эта миссия открывает двери для Mavic, чтобы действительно стать глобальной силой в мире партнерского маркетинга. Конец цитаты. Еще один успех пришел в начале этого года, когда Mavic заключила партнерство с Lot.Today, крупнейшей в мире игровой платформой Web3. За время предпродажи они добились выдающегося успеха, менее чем за 10 дней были распроданы пакеты
на сумму 10 миллионов USDT. Хотя первый год работы Mavi Global был посвящен созданию прочных основ и установлению мощных партнерских отношений, таких как Sultron и Lotte Day, рост продаж компании стремительно растет. За последние 12 месяцев объем продаж превысил 100 миллионов долларов, что позволило компании Ultron войти в десятку лучших блокчейнов по объему генерируемой стоимости в мире. Теперь у Mavi Global еще более амбициозные планы на следующий год. Благодаря устойчивому росту и проверенной стратегии, мы готовы превысить отметку в 1 миллиард долларов по объему продаж и приветствовать в семье Mavi более миллиона новых участников. Наша цель – стать настоящими лидерами отрасли, достигнув десятикратного роста, к которому все стремятся. Мы надеемся установить высокие стандарты в индустрии сетевого маркетинга и укрепить нашу позицию в качестве ведущей компании по продажам цифровых продуктов в будущем, заявляет Михал. Перед нами открываются захватывающие перспективы. По мере того, как Mavi Global продолжит развитие в 2023 году, ее цель – достичь 1 миллиона членов – становится все более очевидной. Чтобы узнать больше о Mavi Global и узнать о предстоящих событиях, свяжитесь с человеком, который поделился с вами этой статьей, или нажмите на кнопку ниже, чтобы получить шанс стать нашим партнером и участником бизнеса. В статье говорится о том, что компания открыла 20 офисов в разных странах, включая офис в Дубае. Несколько месяцев назад мне довелось побывать в офисе в Дубае. Из окон офиса открывается шикарный вид на небоскреб Бурдж-Халифа. Друзья, привет из Дубая. Я нахожусь в офисе компании. Окна офиса выходят на здание Бурдж-Халифа. Это самый высокий небоскреб на Земле. Вот он у меня сейчас находится за спиной. Заходим в офис и проводим небольшую видеоэкскурсию. Здесь у нас находится видеостена, на которой показан Дубай во всей красе. Здесь находятся по сторонам офисы сотрудников. Это конференц-зал, в котором проводятся презентации. Здесь, как видим, экран. Дубай с высоты птичьего полета. Вот такая красивая стена с огоньками. Лидер нашей команды Юрий Каспаров, который за кратчайшие сроки достиг статуса Blue Diamond, записал это видео для всей команды. Здравствуйте, мои дорогие! Добро пожаловать в Amazing Dubai. Я нахожусь в офисе своего бизнес-партнера и друга, который меня знает decades. Такая красота за моей спиной, вы даже себе не представляете. Вы должны быть здесь, и все это возможно для вас тоже, тем более с моей помощью. Я помогаю всем, кто это хочет, кто серьезно подходит к своему будущему, будущему своих детей, кто действительно хочет иметь большие пассивные доходы. Все это возможно для вас тоже. Главное, не пропускайте мои вебинары, приглашайте свои команды, соединяйтесь со мной. У меня уже несколько сапфиров. Мы будем открывать офисы там, где появляется сапфир. И это может быть вы, это может быть ваш город. А я буду приезжать и там делать презентации, семинары, тренинги. Я вам желаю вам только удачи. Ставьте цели. Помните, что стать успешным – это только ваше решение. Это только ваш выбор. Окей? А мы вам помогаем. Мы работаем одной семьей, одной командой. Да? Поэтому я всегда говорю на всех
ивентов, где я выступаю, Dream World, Make Dream World, и вместе мы можем достигнуть самого большего. Желаю успехов. Good luck. Юрий Каспаров имеет огромный опыт, более 30 лет в сетевом маркетинге, никогда не участвовал ни в каких хайпах и пирамидах, всегда продвигал только надежные долгосрочные компании. Если вы хотели бы двигаться в мощной международной компании под руководством опытного наставника, добро пожаловать в нашу команду. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Global Star Club. Возможности безграничны.